Впервые на Ямале губкинские библиотеки проводят поэтический конкурс «Поэтри слэм по-ямальски». В нем примут участие стихотворцы со всего региона, большая часть из губкинского. Для участия в конкурсе необходимо подготовить 2 авторских произведения. Поэты презентуют свои авторские стихотворения. И самое интересное, что оценят их выбранные члены жюри из числа зрителей. То есть зрители будут оценивать наполняемость текста, их артистизм. И пройдет все это в 3 раундах, где они будут соревноваться своим талантом. Ну и победители, 3 победителей получат главные призы этого конкурса. Это планшеты. Поддержать поэтов губкинцы смогут 21 мая в 15 часов в детской библиотеке. Всех участников конкурса наградят дипломами и памятными подарками.